Всем привет, друзья! Короче говоря, я получила двойку. Я пришла со школы. Блин! Как всегда двойка! Мама меня убьет, как всегда! О, точно! Идея! Надо позвонить Свете. Света, привет! Привет! Как убрать двойку? Просто не получай. Отлично. О, еще одна идея. Алло, Таня, помоги убрать двойку. Попробуй стереть лезвие. Окей, спасибо, пока, попробую обязательно. Точно. Ну, в школе двойку получу. Так, все. Так, чтобы другие не порвать. Блин, только хуже стало. Вон какая дырка получилась. Может вырвать страницу? Точно, это идея. Блин, я забыла. Я не успею. Я не успею до прихода мамы заполнить все страницы. Мама же скоро придет, и она меня убьет за это. Неси дневник. Посмотри на оценки. Пришлось рассказать все маме. Пришлось нести. Привет, мама. Привет. Так. Так, открывай, на какой странице? Смотри. А где страница? Вот. Живо, быстро неси мне телефон, планшет, компьютер. Ай, как же все сложно. Телефон. Зарядник, слушай, палку. Все придется нести и сидеть и читать уроки. Пожалуйста. Если еще принесешь двойку, заберу навсегда. Короче говоря, получила двойку. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы подпишитесь на мой канал и поставите пальчик вверх. Увидимся в новых роликах. Давайте пока.